Сегодня мы совмещать будем полезно с приятным. Я вскрыл эту пластиковую панель, которая закрывает собой механизм моторчика дворников, стеклоочиститель, и под ней, видите, такая грязь. Конкретно сейчас мы немножко тут уберемся. А для этого нужно снять две пластиковые накладки. Они держатся просто на четырех защелках каждая. И сама панель пластиковая, здоровая, черная, держится тоже на двух защелках еще дополнительно. Будьте осторожны с трубочкой, которая идет, она подает воду к стеклоомывателям, потому что она достаточно хрупкая, ее очень легко порвать или деформировать. Осторожненько снимайте. Сама панель представляет из себя такую пластиковую здоровую фигню. Сейчас мы немножко ее виброизолируем. Делать нужно материалами, которые не гниют, потому что она подвержена очень интенсивному воздействию влаги. Она гремит как погремушка. Я маленько ее виброизолирую, немножко пройдусь по ней вот таким вот материалом. Где-то он у меня здесь валялся, вот примерно таким вот. И заодно тут полезно еще вещи обнаружил. Смотрите, я вот думаю, как замутить салонный фильтр, который здесь не предназначен и заводом не установлен.